Ну и все, и давайте ромбик теперь бить. Давай, ромбик устан. Стан, фул ДД. Разоружение. Дали ему стан. Долой оружие, Роги. На Рогу долой оружие, Роги. Все, тут уже нечего бить, нечего бить. Правильно, контроль этого дурака. Ну и все, и на кого бог пошлет просто. ДК, тяните кого-то. Ведите в центр уже всех. Ведите в центр, треугольник, ромбик, этот, кружок. Бейте вон кружок все. Ведите в центр, а уешьте этих дурак. Весь рейд в центр, прям в точку вставайте, давайте. Вон, дурака этого бейте. Кружок, босс. Сейчас, короче, будет сложный босс. Вот. А чем он сложный? Тем, что этот Матанга у тебя есть, полипал. Блять, сложно, печально. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь. Лутайте сундук, ролим вещи. Ну, нажимайте, что кому нужно. Еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости. Пали великие воины. Выкройку все на продажу берем. Истинная опасность. Трофеи это то же самое. С к воротам собираемся. Запускаю Валя. Ресем ману пока. Так, умерла. Ты будешь еще умирать или не будешь? Давай. Дал фулбаф. Отъедаемся. Ты что ты хочешь? Там 4,5 КГС. Да хилить себя надо тоже. Или, я не знаю, убежать к воротам, куда-то, где мобов нет. Смотрите, сейчас весь рейд берет темную. Вот, мы сейчас можем упасть очень легко, если вот у нас один какой-то хил из трех нас упадет. Что это хила уже? Дадите ману. Давайте, резайте ману быстрее. Короче, смотри, дудутипка. Гимн на свое усмотрение отдашь, если будем проседать там. Я как бы сейчас начну хотать. Если отдашь, то скажешь, что отдал. А буль следующий, как он скажет, что отдал, ты на свое усмотрение отдашь. Уже считай рейд, то мы сейчас вайпнемся, короче. Ну, протопал левую, БДК правую, все бьем правую. Все как обычно. Скажу сменить цель, когда скажу, короче, сменить. Стойте рядом с воронкой, чтобы успеть сменить. Принимайте готовность. Все готовы, танки, начинаем. Короля Лича, вы умрете. Это уже бьем. Здорово всем. Привет. А что у вас там, не фул или фул? Ласта-то. Так, бейте пока. Способность 3 секунды приготовили. Меняем. Побежали другую бить. Побежали оттуда, там она крутиться будет сейчас. Дурку.
выбор, косарь ставлю. Смотри, выбор не прям. Мне не повезло. Ну все. Одни косарь. Ну, никто не ответил на ставку. Все, запустил. О, я выкройку выиграл. Ништяк. ТЦ. Я трофей выиграл. Ништяк. 50 голды, отлично. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя. Продам трофей за 60 голды, короче. Мы вместе нанесем удар на ДФБ. Барыга. И разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, мы бы не могли пройти сообща. Да чё, порог плачет, стоит. 1005. Он вроде на ДФБ идёт. Изи-изи, зерканём сейчас. Чё на 100 по ДПС? Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Давайте, кто первый прибежит, тому плюс 10 кролл. Блять, смотрите, как вырывает. Гони 10 кроллу. Я первый, смотрите. Да какой ты первый, я первый был. Я первый, вот он. Да какой ты первый, говорит. Детский садик номер 8. Хавайте рыбу, кому надо. Хавайте рыбу, кому надо. Приготовились, чек на кухне. Короче, знаете, да, на 40% хп держим. 50% не хилим, 40% не хилим, короче. Меньше 40% подхиливаем, слабенько. Все, смарткил тут, абуль, смарткил. Начинайте там. А тут хули не бафайте паладины, блядь. Бафайте паладины, блядь. Седер каски по хантам, по рогам, по седерам, по... Ну, короче. Хуй ты запустил, блядь. Херач. Изи. Все, давай, два помощника под босса. Два помощника уешь. А чё, давайте Геру допереведём, давайте Геру. Давайте сильно в босса. Помощников под босса, но бейте босса. Сейчас в Ануба сильно, бьём в Ануба очень сильно. Помощников под босса и Ануба бьём. Их потом до Уешем как переведём. Давайте зарывание, сколько там, на 10 секунд переводим. Не успеем, скорее всего, ну плохо. Да и похуй. Бейте этих дураков теперь. Зайдите на лед. А вот и гости. Нормально. Заявились, как и обещал, господин. Быстрее ветками хуярю с корабля. На уклонение. Промо, да. Сука. Иди сюда, блядь. На уклон. Промо. Я сейчас качаю, я ближний бой. Вон двух пауков убейте. Поставил треугольник, убейте. Фул ДД вы этих дураков. Так, скоробеев добейте. Появление через 4 секунды. Приготовьтесь. Через 1. 2 появления. Давайте бьем этого дурака. Давайте этих жуков убьем под босса. Жуков сейчас убьем и добиваем спокойно босса. Давайте жуков убить. Рейд хилить слабенько стали. Слабенько хилим.
слабенько, слабенько, тут мужиков убили. Слабенько хилим, сильно цепуха не балуйся. Остановись. Он летаем, а не хильте. Буду типку не хильте. Слабенько хильте. Вот, добили этого дурака. Все, что там? Так, на ИП заходим. Сейчас быстренько пойдем. В это. Уверуй в свет, и все станет возможно. Че, все разрулилось? Тебе ИП не надо, что ли? Ты заходишь на ИП. Сейчас зайду. Давайте. Че, я тоже зайду. Заходите на ИП. Че там, все шмотки разрулились, да? Все исчезли. Угу. Все, заходите на ИП. Сейчас сразу, кто в РС 25 оп пойдет, можете в этом рейде остаться. И в этот же начну собирать, что я буду пересобирать еще, блядь. Ну, я ливнул, мне ИП нужно на другого чара. Потом перезайдешь, значит. Кто еще угу. заходит? Заходите. Лина, ты заходишь. Кто-то еще заходит? Сейчас, секунду. Нет желания хилить РСК, конечно. 2 ДЦ сейчас как на спеку, блядь. Ну, танк я уже знаю, кто будет. Айзу Дум. Так. Фаермаг. Ты кем был в рейде, Фаермаг? ДКшник. Так, все, все зашли, ну-ка, не понял, кто-то лишний. ДКшника надо кикнуть, я так понял, правильно говорю? Да. Никчем, куда-то заходит или что? Никчем, а кикать? Ладно, допустим, нет. Сейчас накину и накину. Так, ик. Летим в РС-ку. Летим в РС-ку. Кто этими персами не идет в РС-ку, перезаходите на других. В этом же рейде будет. О, как быстро рейды собираются, оказывается. Потом цука. Да. Если быстро принесем, еще и РС-ку споем. Кикай, Лентонель. Войд, Войд. Я на первые два миника, возможно, авт. Я хочу покушать быстро, хорошо? Че это, куда там сбор сейчас? Смарт-скил. Хорошо, иди. Ссылка? РС-25. А, рисовать можно? Да, можно. Так. Морден, про товаром затанчишь свет. Архион, это что, эрдру у тебя? Ну, он есть, но он такой. Слабее моего. Ну, а, 5.1, ничего себе. Да не 5.1, уже 5.5, там, наверное, 5.6. Ну, надо поменять тогда. Сейчас скажу. 5.6 там уже. 5.6 почти. Я слышу песенку на заднем фоне классную. Прикинь, ты кто вынесли, что ставит? Кирилл тут? Да. Чё, ну был паладином, паладинов нет нихера. Подпал? Ну да. Бля. Пригодится на миниках.
Но они же раритеты сейчас, сам понимаешь. Свет у нас Морден потанчит. В бою нужно бы доказывать дублы. Нет, там Север Снейп есть. А у нас уже танчила тьму, так что все нормально будет. Дойду пока, да, выйти из дома, помочь тебе. Короче, пока трэш будем чистить. Будем, будем. Так, Дубтипка, ты заведомо знаешь, что ты будешь ДЦ, потому что тут танки упадут. Будешь подавление боли на вихре кидать. Слышишь, Дубтип? Не, не слышу. В ДЦ, а то упадем. Ну все, Морден в танка, Седер отошел, Север Снейп, Морден, начинайте. Вы знаете, кого бить, вы знаете, кого агрить. Тыкните на сумму. Да я всех сумманул. А, там я еще одного добрал. Пуга. Пуга маленько? Я пока не могу прочитать это заклинание. Ваня в РК, не? Или он его там это понизил? Либо... Фу, зачем пуга брать? Нахрен этого пуга? Вы чё, охерели? Нам не нужны пуги в рейде. Да он бесовый пойдет. И начнёт сейчас ролить. Ой, мне на второй спек, блять, я бесовый хуй. Блять, ну типа, после мобов спекнись в ДЦ. Я говорю, танки тут, ну... Так я на этих спекнусь. На кого-то надо будет. На Савиану тоже спекнись, потому что, блядь, ну, какие-то умные ханты не снимут иступления, роги яды вообще никогда не мажут. И мы упадем просто. Не хочу, чтобы мы падали. Ну ты понял, да? Савиана там. И на третьего тоже спекни. Ну то хер его знает, что там будет. Три слота пока добираю. Есть еще в гильдии люди наблюдательные, я власть забыл сменить, мне сразу об этом написали. Ну да. Ты, кстати, прикинь, вот это, что мы били Ильича, хант на меня не напулил ни разу, а Рога напулил два раза на ханта. Я тупо просто охеревала. Я тупо весь трай потела, чтобы никто агро не сорвал. А эти не напуливали на меня. Может, они геи? Ну давайте. Ну пошли. Именно это я и сказала. Седер, да подожди, тут очень полуди. Мне с второго танка. Север Снейп танк. И Морден. Не, а вон Морден подошел. Морден, врываешься? Ну он не танк. Тысячи. Морден, нет. Ты не в танке, что ли? Так в танка спекайся, блядь.
Классно. Давайте фирма вам. Да куда вот, зачем ты его тянешь, блядь? Бейте командира. Отведите его. Я войско вызову, наверное. Я херею с вас, блядь. Давайте, кто сейчас АФК минус 100 кровов, блядь. И кик сразу, блядь. Кроме Седдера. Началось, нахуй. Смарткилл, Седдер меня предупреждали. Даксон тоже. Так, Археон здесь. Мэджик здесь. Сука, блядь. Морден, ты ВК? Мэджик писал в чат, что он на 3 минуты отойдет. Он при... Хорошо. Вечер, хорошо. Этот. Так спекнись в танка. Что-то я не знаю, ну. Или ты не слышал, что я тебе в танка говорил идти? Или как, или что? Он отходил тоже. Так давай, сейчас поднимайся. Забежали все в инс, тут лететь 2 секунды. И спекайся в танка. Блять, еще вы идете, ломитесь к этой толпе. И тянешь еще пробудителя зачем-то. Я нечаянно, я мискликнула. Надо мискликать, надо выбирать заранее. Как это делает батя? Я заранее выбрала, я не знаю, как получилось. Надо, значит, запоминать цель. Значит, надо писать макрос. Слэш С, командир, блять. Какого-то там рода, блять. Археон отойдет, пока вы там трэш до... добираете. Минут на 5. Мы трэшем, мы уже должны миников убить, блядь. Бегите быстрее. Да, наебали все отходить, типа, но мы его всю жизнь будем бить. Уёбки. Не говори, блядь. Все почему-то думают, что трэш будет бить кто-то другой. Да, заебись. Морден спекнулся? Угнали? Там Ракшас зашел. Кружок ромбик, как обычно. Больше от вас не требуется. Выбрали кружок весь рейд. Давай, значит, лень, садись на кружок, Тирагоса, садись на ромбик. Предотвращайте станы, и Милики скажут вам спасибо. Предотвращайте взрывную волну. Ударом по почкам. С любых комбо-поинтов главное сбить стан. Сбить, блядь, ну вы поняли. Сбить каз, этот Филипец тут. Кто-то из админов тут. Принесите вареньку, кто-то дает. Могу свернуться. Лина, у тебя есть админка? Если бы. Сендер тут. У кого там админ есть, посмотри, Лина. Только у Кири. Сука, снимали со всех. Я пока не могу начать.
Кирилл тут? Спасите, я под этим деревом. Мне... Дан, давай, врывайся вперед. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Ёбаный рот, блядь. Вставай, Морден. Резните его. Не надо резать. Беги. Сейчас командира завалим и резним. Ну, прибежит быстрее, уже начнут танчить. Ну тогда врывайся, Лина. Кружок выбрали все. Лень, кружок, Тирагоса, Ром. Это вы касты так сбиваете, блять, или чё? Я не понимаю, вы что, не можете сбить каст мобу? Да хотя бы отвернули, что ли, они прям в рейд. Я сейчас... Потому что дамажим дохуя, блядь. Говорю в кружок. Нет, надо залезть. Я пока не могу. Теперь ромбик бейте. Вот кто померли, они, наверное, и срывали эту хуйню все, блядь. Как всегда. На трог толк нету, толку нету, нихуя, блядь. Одно название, рога, блядь. Не, роги на поле вали. Если бы да не на поле вали. На пол это одно. Я говорю, лень, дай стан кружку. Ромбик, дай тирагоса, дай. Блять, удар по бочкам, вытащите на панель. Вытащите на панель все способности, блять. Будьте нормальными людьми. А не то, что одна кнопка, блять, коварный удар, потрошение и пиздец. Че вы, блять, ну, играете хуёво так? Если вы дадите стан, не будет этой взрывной волны. Мелики не потеряют ДПС. Вот, в топе одни РДД. Потому что вы не даете стан, не играете. Кирилл тут? Возьми этого Зандалари. Алло, тут, что такое? Алло, перенеси вареньку с гостиной. Так, стопай, стопай, куда побежали? Идите сюда. Куда идти? А, еще там мобы. Ваня, Ванечка, плюсуй, блядь, в гильдию. Привет. Привет. Ваня, привет. Привет, народ. Создадим свою коалицию. Варенька и Ко. Создадим петицию за Варенька. Дядь. Наступит такой день, ребята, когда я не смогу собирать обычки. Придется кому-то их собирать. Или никому, представляете, что будет? Ну там Кирилл, может, соберет эту, я не знаю. Или кто-то еще. Или Шанан. Шанан или Кирилл, кто-то из них, наверное. Че, ты на работу уходишь уже, все? Да нет, пока. Я, короче... Киря, ГП ему, ГП. 2000. Скидай, я не против. Кинь 2000, чтобы этот, если что, а, Олег придет, я не знаю, кикнет, не кикнет. Да по сути, я вот не знаю, ну, я бы на его месте не кикал, зачем кикать? Зачем кикать нормального пацана? А, Ваня, расскажи, вчера вы убили с бульбулятором эту РС-ку? Да, кстати, нормально убивается с ним. Я никого не агитирую, я просто говорю, ну, нормально. Да, да я тоже ходил с ним там в ЦЛК, в РСке вот, к сожалению, ну, блядь, кикнули меня сова, блядь, без камней, без чара. Че, ребята, ставлю рыбу, хавайте. Хавайте, ну по бафам это все понятно. Сейчас Кирилл всем каски, а на Алексея круги кресты. Так, сова, еще раз. Шаман Зандалари спрашивал, нужен ли ДД. Я думаю, что нужен. Ну я вот пишу, 5 слотов. Дайте шкаф Локи, любой лок. Надо он спрашивал, видать, думал, что не нужен ДД. Это, ну, как... сейчас спрашивает, ничего не спрашивает вроде. Сейчас уже ничего не спрашивает, вот я ринкнул его ник.
Да я знаю, что никого. Да, Морден, конечно. Почему нет? Товары тоже должны это самое работать. Вот, я же говорила, он не плюсует, потому что ты его не взял сразу. Не знаю. Ну, давай, бери его. Он уже застоит в группе, я не знаю, что. Все за прикол. Ну тыкайте на Сумону, бревно тыкните, ну. О, плюсунул. Все правильно, смарткил тут. Короче, хант, роги, вытаскивайте на панель. Снятие иступления. Так, сейчас принимает Сумон. Это. Кто он? Шаман. А кто он? Эльф? Нет. Короче, смотрите. Север Снейп на боссе. Хилим рейд сильно, снимаем иступление. Ну и метки выбегаем с рейда, начинаем. Дайте Вару кулак. А, кстати, кому там истерию? Да кому, на кого бог? 100 голд. 100 голд? Ну тогда не надо. Ну, я найду, сейчас гляну, какой милик там. Приличный, он лень. Стоите или что, Морден, выйди из-под морды, зачем это стыдно? Сейчас мы с тебя сделаем про товар. Я бы на твоем месте не соглашалась, звучит опасно. Метка на вас, бегите, блять. Ну хильте, умерла, не умирай, блядь. Умерла, блядь. Почему ты умерла? Потому что у него очень мало хп. Или у него, бомжик. Ты знаете, как корабль назовут, так он поплывет, бля. Это не сказать такого корабля. Да, беда. Кстати. Не сказать такого корабля беда, блядь. Умерла, вставай, больше не умирай. Славик, кто твой рассказ, да, читал, бля? Да. Да, охуенно. Воев, скажи палам, чтобы они дали кулак. Анорексия, ты в РК, зая. Сука, на, обкрикни. Да успокойся. Анорексия, ты в РК, зая. Зая. Зая, анорексия, дай кулак Вару. Да, анорексия, смотри. Ты просто давай баф, кулаки и кресты, короче. Ну хочешь, не давай, короче. Пусть сами паладинов качают, петухи сраные. Так, ну это я так. Смарткил все еще не подошел. Смотрите, как сейчас будет. Значит, Северус Снейп на боссе. Седер в танка. Ты в танке? Да. Ты первую копию, знаешь, этот отдать... как она называется, блядь, божественную защиту на 35%, ну перед 33, чтобы перед станом, понял, да? И ты не умрешь 100%. Значит, Морден, твоя копия, третья копия, то есть вторая копия, ну ты понял, вторая. Последняя, ну короче, понял, да? Так, чек на пул. Под мордой кто умирает, минус 100 ИП даю. Или нет, или как, или минус 100 кровов, ладно, минус 50 кровов. Начинайте, танки. На Северуса Снейп. По Северус Снейп, брат. Отбегай, пожалуйста, вовремя. Твою лапу. Хорошо. Нормально, два удара ставил. Вот это так и надо. Что для завод?
Сова, уйди, блядь. Сова, червячок, свали, пожалуйста. Червяк, свали, червяк, сдохнешь. Блять, он в дерево прыгает. Веди в дерево, похуй, пусть сдохнет. Так, копия кирилловская появилась. Вот, смотрите, на Алексея. Так. Блять, ничего не видно. Блять. Приготовься. Давай, бежим. Так, внимание. Захотал вас по хулу, все должно быть нормально. Третья копия Морден. Морден. Так, сейф обилки прожимаем, добегу до вас сейчас. Блять, вы далеко сидите. Знаю, ты далеко. Между нами города. А с тобой навсегда, воет навсегда. Ты единственная любовь моя. Чего, типа музыка играет? Пиздец, блядь, со всех сторон объебали меня. Бля. Как-то мы хуёво стоим, ребята. Да, согласна. Ресаем, Алексей, кто вперед бежит? Давайте, смотрите, тут два моба как раз. Ресаем, Алексей, бьем мобов. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому. Так, Алексей, все бафы облили. Киря, если ты хочешь сдать квест СРС, то как раз не забудь после убийства Халеона сдать. Я что-то напомнила, спасибо. А то ты было, было, у меня такое было. Было, 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 но прошло. Давайте, плюс 10 кролл, кто вспомнит хиты, короче. Давай, погнали, блядь. Забирай меня скорей, увози за 100 варей, и целуй меня везде, 18 мне уже. Мы не взрослее стало, еще много тебя сосало. Но одно я знаю точно. Их нужно. Погасила свечи и загадала желание, чтобы этот вечер он пришел на свидание. Этот вечер Войт. О, Павел, с тобой. Дай бог, блядь. По стеночке бежим аккуратно, по яйцам вот этим бегите прям. Не бегите налево, не бегите, осторожно, сагрите босса, блядь. Баф ханта, пожалуйста, ребята. Баф ханта, хант пришел, баф все ханта. Блядь, бросили все дела, баф ханта. Кашку, кулак. Морден слева, седер справа. ДК посередине. Погнали. Начинаем. Алекс сразу выбрала достойных союзников. А воет живет на 25-м этаже. Обратите их в пепел. Че просаживайся так? Без понятия, на мне только один стак. Ты спиной не стой, боссу. Не стою. Славик, давай хиты 90-х дальше ебашим, давай, братан, начало 2000-х. Ты прям завел меня, как сучку. Блять, моба проебал, сука. Иди сюда. Сейчас будет не хит 90-х, сейчас босса убьем. Да сука, одного таунча, второй срывает, что за хуйня? Сентябрь горит. Убийца плачет.
А Войт его танчит. Короче, Дудутипка, тебе самое сложное. Я же говорил, что самая сложная задача, Дудутипка, ты должен гордиться. Перебежали все на ту сторону, смотрите, как сейчас поступим. Марден, ДД, Седдер, танчишь свет. Дудутипка в ДЦ. Ты хилишь свет, остаешься в свету, хилишь свет вместе с умерла. Умерла, ты умеешь выходить в свет на третью фазу? Знаешь, что такое это? Умерла. Сможешь ты это сделать? Умерла, ты тут? Так, откуда смотри. Вот сначала, когда... Реток, дай. Когда мы доведем Халеона до 75%, появится портал. Мы зайдем во тьму, и там будет тьма. До 50% доведем, и появится портал. И вот туда надо выходить обратно в свет. Понимаешь? Вот туда. Надо не умереть в тьме от лезвий. Да, ну во тьме ты не умрешь. Умерла, ты будешь хилить с Дудутипкой, будешь ему помогать. Но Дудутипка, на тебе будет диспел третьей фазы. На тебе будет захил танков. Предотвращение смерти от огня, от лужи. Значит, во тьме остаются хилы, такие как Гекада, я и Археон. Не должны справиться. Тьму будет танчить Северус Снейп. Как топ. Будет начинать ставить босса и заходить. Значит, Седер не заходит, но он там все знает. Короче, первая, вторая пати, как обычно, заходят в свет, выходят, то есть на третьей фазе вы выходите. Так, по хантам. Давайте ханты, вы во тьме останетесь. Кстати, шаман, вторая, какая, блядь, третья группа. Какой у тебя спек там? Какой у него спек? Элим? Элим. Сейчас мы тебя кинем. Ладно, будь во тьме, потому что там совы есть. Во тьме, короче, дамажишь. Третья, четвертая группа остаетесь во тьме. Ханты тоже остаетесь все во тьме. Пятая пати хилы. По диспелу. Я по диспелю тьму, по диспелю первую фазу. И фу во тьме до конца. Так. Ну все, сказал вроде. Лут поставил, человек на пул. Заходите за линию, приготовь. Так. Напуливайте там на меня. Чайман допью. Да, сейчас он ману допьет, и на пул сейчас сильно на Северуса Снейпа дадите. Северус Снейп будет ли он. Так. И пойдем сейчас ЦЛК. И потом пойдем еще РС, если быстро убьем. Начинай, Северус Снейп. Никто не шевелится. Право-лево не двигайтесь. Вообще не смотрите никуда. Блять, ты бы еще к стенке отвела. Добегать до босса. Старайся дальше добегать, чтобы агрить его в центре, чтобы он оставался, понимаешь? Побежал к Гаферту. Да, не стойте с меткой рядом, блядь. Так, сейчас голема танчишь, Сендер. Окей. Я сейчас на модскилл его отведу. Метка сейчас будет внимание смотреть. Смотрим свои дебафы. Лень, кто там? Червячок побежал. Красава. Так, сейчас отойдите от босса, милики, отойдите в сов. В сов отойдите, сука, что не достаете, что ли? Метеор близко к боссу не должен быть. Побежали на ту сторону. А, нет, бежите, не бежите, там метеор, там метеор. Не бегите на ту сторону, Марден, выноси. Спел. БДК, заходи. Ты зашел? БДК. Да, да. Заходим. Как там? Скажите, как повернуть. А, тут все сдохли просто. Пиво вас убивает, че? Да можно убить. Да, да. Выноси, давайте бьем. В следующий раз, Тирагоса, брат. Выбегай. Ладно, после нормально. Смотрите, нормально, стойте в поле. Выноси, Блэк Зомби. Блэк Зомби, не туда несешь, левее неси, братан. Сука. Когда вы в школе учитесь, вы понимаете, что такое лево-право? Не надо нести под морду, когда нет лезвий. Алло. 25 герри, будете вайпаться по КД.
Так, летаем, братан. Комбашни. Камзам, что на тебе. Камзам. Иди. А чё там? Отойди из-под портала, блядь, сдохнешь потом. Так, первая, вторая, приготовьтесь выйти. Поднимайте там пацанов, у кого там БР есть. Пацанов, там скажешь, кому что поднять, время уноси. Так, первая, вторая, выходит. Давайте, третья группа не бьем, все остальные бьем. Третья группа не бьем, все остальные бьем. Архион, выноси быстрее. Не туда бежишь, конечно. Ладно, беги туда. Беги, беги, сова, беги, блядь. Дайте мазбаф и мать вашу. Вас сету. Не ругайся. Все, хилим, бьем. Давайте, вторая группа не бьем, все остальные бьем. Там червячок есть, не Зер Паладина, а Даксон Сторожила. Тут где-то валяется рядом. Блять, свет не бейте, сука, вы чё на... Вот свет, стоим, стоим. Не бегите, не бегите, стойте. Выноси гекад. Все бейте, 50%. Сука, на проценты учитесь смотреть. Сука, анорексия, блядь, как дела? Выноси в Black Zone. Остерегайтесь теней. Так, гекаду сейчас доманы. Так, во тьме 80. Свет вам не надо бить, наверное. Из света заходите во тьму быстрее, кто-то домашний. 80%, вы чё, блядь? Скажешь, как зайти? Заходи уже, не, ну, сейчас лезвие через 3 секунды. С лезвие, ну, сейчас можно заходить, я думаю. Свет, сука, уже 80%. Да, походу совет. Во тьме бьем сильнее. Дайте рост во тьме, это должен быть рост у вас. Да, кстати, пикада, давай рост поймай, дергай. Остерегайтесь тени. О, моя чешка анролом, если чё, никому не надо, я так понял, нахила, да? Блин, вот это топ чешка. Надо кому-то за ГП на мейн? Да не гони, в смысле, блядь? Ну, уродь! Алексей, тебе не надо по-любому, слышишь, Алексей? Не надо тебе, да? Да у тебя нет хулипала, или есть? Блядь. Они не писали вроде что ролик, так что уже. В смысле на третий, блядь, мне на первый надо. Зачем она хапала? Все, забираю, короче. Слышишь, Алексей, забираю, сестра, брат. Ты упала на лес, 100 кровов, блядь. Давайте на мейн роли. А, ну выкинул, ну ладно, не повезло, ну блядь, ну... Дай мне сейчас. Давай мне, если никому не надо. Ну, мне или нужна она, прям. Анна Алексея, нужна она тебе или что? Прям край, да? Прям край нужна или что? Все, обиделась на. Да, обиделась. Довел телку, бля. Да нет, да не может быть такого. Слышишь, Анна Алексея, ты в РК?
Так, Морден. Морден на... Еще тапки на танках. Нормальный лут. Не зря я ходил, да, в резку. Так. Нет, давай, Седдеру, он такой, типа, короче, ну, не очень чувак. Люблю тебя с тапками, тебя. Спасибо, учитывая, что я на Дерролю, это вообще весело. Давайте на ИП, и сразу в этом же рейде, кто в ЦЛК пойдет, остаетесь. Ну, тогда не кикай это. Моего ярдру, пойду я сразу им. Да, хорошо. Только я уже заебался, я буду сейчас, блядь, кого-то спекну в ДЦ, блядь. Так, кто-то перезаходит сейчас? Или нет? Да. Давай, я быстрее. Вон плюс на ЮП. А, ну тогда РДУ придется кикнуть. Насчет квестов, это нужно, чтобы ты был готов на 100%, чтобы ты все знал. Вот. Сторожила, как нику твоего, ты будешь делать квест? Че, Блэк Зомби? Не могу пригласить члена друга. Дядя Войт, пати, кинь мне лентанель. Сейчас. Блять, почему сторожить кидаю? Кстати, хотел спросить, а как записаться на осколки? На осколки записывается автоматом человек. Ну, конечно, надо написать ГМу или тому, кто в РК там, в ВК в группе администратор. Чтобы записали вас автоматом, нужно сделать квесты на ШМ, чтобы у вас был квест «Расколотый трон». Да-да, но я делал с вами, Гильдош. А, ну тогда это надо вот Кириллу, там он может отредактировать тему, добавить ее в список. Кирилл Седдер, который... Так, кто-то еще заходит на ИП? Сейчас накину. РС. Накинул. Кто в ЦЛК идет, остаетесь в этом рейде. Кто этими персами не идет, покидайте группу. Значит, я ебал, сейчас я совой пойду. Напиши мне ВКонтакте, свой ник там или в игре, кого записать-то. Так, это Элим у нас. Варенька, ты идешь с нами дальше?